коротко мне бы хотелось передать слово нашему большому другу, председателю Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Колпакову Константину Олеговичу, который расскажет о их взаимодействии по дипломатической линии с молодыми дипломатами Армении. Пожалуйста. Татьяна Игоревна, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для меня большая честь выступать сегодня здесь, перед вами, в этом зале. Как всегда, мероприятия, которые организуются Татьяной Игоревной, они насыщены конкретикой, они насыщены инициативами, которые действительно можно реализовать в жизнь. И вот продолжая то, о чем говорили предыдущие ораторы, хочу сказать, что, конечно же, Россию и Армению объединяет прежде всего большая, богатая и на самом деле человеческая история. Но здесь мы собрались не только для того, чтобы помнить нашу историю. На мой взгляд, я сейчас говорю не как председатель совета, а говорю как просто гражданин. Здесь мы собрались для того, чтобы понять, каким будет наше общее будущее. А общее будущее, оно действительно, точнее, будущее, оно действительно у нас общее. И сейчас мы все здесь находимся именно для того, чтобы найти те форматы взаимодействия, которые позволят и России, и Армении в рамках общественной дипломатии активно взаимодействовать, как в 2024 году, и, наверное, все-таки подумать над тем, чтобы план, наш горизонт был не только годовым, да, а 3, 5, 10 лет, это же очень здорово. Продолжая о тех инициативах, которые мы реализуем в рамках Совета молодых дипломатов с 2014 года, ну, я говорю, для молодых участников нашего форума, существует концепция горизонтальной дипломатии. Она заключается в том, что мы на абсолютно разных площадках собираемся в неформальном ключе, налаживаем связи для того, чтобы заложить фундамент долгосрочного дружеского сотрудничества. Вот Владимир Юрьевич говорил о том, что нет ничего важнее, чем личные связи. Это действительно так. Да? Мы, как историки, очень часто обсуждаем роль личности в истории. Да? И говорят, ну, может быть, место такое бывает, что делает человека. Но, на мой взгляд, не место делает человека, а человек место. И действительно, когда у нас есть такие двигающие люди, да, как Татьяна Игоревна, как наши спикеры, которые здесь присутствуют, как вы в нашем зале, да, то можно быть уверенным за хорошее будущее. Да, действительно, ситуация сейчас очень непростая. Но вот с 2014 года, реализуя нашу концепцию, нам удалось провести больше 30 форумов молодых дипломатов. Ну, я прошу прощения, поскольку я работаю в Министерстве иностранных дел, буду говорить о специфике, да, именно о молодых дипломатах. И всегда дипломаты из Республики Армения принимали самое активное участие в наших форумах. Что это за форумы? Это и глобальные форумы молодых дипломатов, которые были посвящены большим, самым большим проблемам, которые мы обсуждаем, да, мирового масштаба, международным отношениям, изменениям. Конечно же, мы собирались по поводу юбилея победы в Великой Отечественной войне, да, нашей общей истории. Конечно же, мы обсуждали развитие в рамках Содружества независимых государств, в рамках Евразийского экономического союза. Нам есть о чем говорить, нам есть куда идти вместе, совместно. Есть очень много молодых ребят и много молодых профессионалов, международников и в России, и в Армении, которые дружат с друг другом, обмениваются, ну, на постоянной основе различными инициативами, да, и могут влиять на ход событий, опять же, в нынешней турбулентной ситуации. Вот буквально в течение 3 месяцев, следующих даже 4, у нас предстоит очень большое событие, это Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, куда, конечно же, приглашены и наши коллеги из Республики Армения, как представители молодежи, так и представители Министерства иностранных дел по линии глобального форума молодых дипломатов. Мы очень надеемся, что они примут самое активное участие в выработке бумаг и резолюций, над которыми мы всегда работаем. Ну, и практика показывает, да, я уже говорил о том, что представители Республики Армении принимают самое активное участие во всех наших мероприятиях, что так оно и будет, независимо от того, да, что нам в информационном пространстве сейчас рассказывают, какие нарративы пытаются навязать путем интернет-ресурсов, социальных сетей, да, там, где обычно сидит сейчас молодежь. Ну и, конечно же, чем, на мой взгляд, сильна как Россия, так и Армения? Тем, что мы очень чтим наши традиционные духовные ценности. Для нас очень важна семья. Для нас очень важно то воспитание, которое мы получаем от наших бабушек и дедушек, от наших родителей. Мы стараемся помогать нашим родственникам, братьям, сестрам. Мы созидатели, мы созидаем. И вот в этом отношении, конечно же, я считаю, это очень объединяющая база.
И вот со стороны дипломатической мы над этим работаем, и со стороны общественной дипломатии, конечно же, тоже мы очень рады поддержать все инициативы, которые здесь высказаны в резолюции. А резолюция очень конкретная, и вот особенно мне понравилось, что будет существовать отдельный орган, который будет осуществлять координацию по итогам того, о чем вы здесь сегодня разговариваете. Я желаю всем участникам удачи, всем участникам здоровья. Поздравляю с наступающим 2024 годом, который, я уверен, принесет вам очень много интересного и хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Константин Олегович. Пока вы проходите в свое кресло, мне бы хотелось вам задать вопрос. Не знаю, возможно, он будет провокационный, возможно, нет. Как вы ранее сказали, у вас есть дружественные горизонтальные связи с дипломатами молодыми Республики Армения. Ну, буквально кратко. Вот вы в кулуарах разговариваете о существующем, текущем состоянии политического сотрудничества России и Армении. Какие настроения передают вам наши коллеги из молодежного, назовем его так, дипломатического корпуса? Коллеги из молодежного дипломатического корпуса хотят с нами взаимодействовать. Это первое. Да, конечно же, они стараются не делиться своими оценками различных внутриполитических течений, но максимально постараюсь быть откровенным, но они всегда поддерживают те инициативы, которые возникают у нас в двустороннем формате. Да, наверное, одна из самых главных инициатив – это Международная ассоциация молодых дипломатов, которую мы запустили с поддержкой руководства нашего министерства, непосредственно Сергея Викторовича Лаврова, в 2017 году на предыдущем фестивале молодежи и студентов. И вот, наконец, за 5 лет мы согласовывали устав этой организации, и в марте в Сириусе мы собираемся запускать секретариат Международной ассоциации молодых дипломатов. И мы очень надеемся, что наши коллеги из Республики Армения, конечно же, поддержат и будут активными участниками. И здесь у меня есть предложение. Секретариат, да, конечно же, будет у нас в России, в Москве, но у нас будет еще региональное отделение. Почему бы нам не сделать региональное отделение Международной ассоциации также и в Ереване, например? Это было бы очень здорово. Отличная инициатива. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Константин, спасибо вам большое за то, что сотрудничаете с нами всегда в рамках реализации наших международных инициатив. Безусловно, я желаю успехов вашей ассоциации молодых дипломатов. Вы делаете нужную, важную работу, потому что молодые дипломаты сегодня – это будущие управленцы на высоком уровне наших стран. И ту дружбу, которую вы заложите сегодня, послужит крепкой основой для стратегического системного сотрудничества. Поэтому успехов вам в столь непростой работе.